Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами Ирина Ясина и программа «Жажда жизни». Вот сегодня 17 мая, у меня душа полна всяких предвкушений. Открою вам секрет, у меня завтра день рождения. Вот, и исполняется мне очень много, как мне кажется, лет, но чувствую я себя по-прежнему очень молодой. Вот, а напротив меня сидит совершенно замечательная, молодая же женщина, которая недавно вошла в мою жизнь, и каким-то таким нетривиальным образом мы с ней познакомились. Дело было на Белом кольце в прошлом году, в феврале месяце, по-моему, это было 26 февраля. Был мерзкий московский февраль, замечательная теплая атмосфера. Все стояли вдоль Садового кольца, взявшись за руки. По Садовому кольцу мотались суматошные машинки, украшенные всякой белой символикой. Тогда это, напомню, было еще разрешено. И вдруг к нам с Ольгой Романовой подошла симпатичная дама средних лет и сказала: «Ой, а вы Ира Ясина, Оля Романова? А можно я тут с вами постою?» Вот это оказалась Ксения Нарал, которая сегодня у меня в гостях. Замечательно, как мне кажется, она тем, что не боится менять свою жизнь, как мне думается, в правильном направлении. Или в неправильном, как, наверное, полагают многие из обывателей. Но в любом случае, вот от таких дам, как Ксения Нарал, в нашей жизни появляется какая-то надежда на справедливость и соблюдение человеческого достоинства. Вот, добрый вечер, дорогая Ксения. Добрый вечер. Хочу я спросить тебя в первых строках, каким образом и как занесло тебя в Русь сидящую? Занесло меня в Русь сидящую именно 26 февраля прошлого года на Белом кольце. Физически, но это была материализация, видимо, моей мечты. Ну, по всей видимости, потому что для чего ты подошла к Романовой? Да. Подошла я к тебе. Сначала я увидела тебя. Потом я подняла глаза и увидела Романову. Это просто уже меня более-менее поразило совсем насмерть. Я все читала и уже все знала к тому моменту, как мы познакомились. Я читала, конечно же, твою книгу, которая тогда была только в электронном виде выпущена. Я читала Олину книжку «Бутырку». «Бутырка-блог». Да, безусловно. Я читала Олю «Зона» Ольги Романовой в «Новой газете». «Новой газете», да. Да. И вот не хватало только личного знакомства. И когда я вас увидела, я была просто абсолютно счастлива. Я, да, действительно, я сказала, можно я здесь постою, и более-менее по сей день я рядом и стою. Но, тем не менее, ты не просто стоишь, ты каким-то удивительным образом стала принимать одно из самых активных участий в жизни именно Руси сидящей. Организации, которая создана Ольгой Романовой и помогает заключенным по бизнес-статьям несправедливо или иногда справедливо осужденным, но тем не менее наше взаимодействие, оно не знает границ и разницы не делает особо между такими людьми. Не дело правозащитников разбираться так или иначе в судьбе тех, кому просто тяжело. И самое главное, их семьи. Вот что побудило тебя этим заняться? Я знала об Ольге Романовой, я ее по телевизору видела, и по радио поехала в Москву, ее всегда слушала. И в один прекрасный момент, я это прекрасно помню, я ехала по Третьему кольцу, и вдруг сказала эхо, что вот арестован ее муж. Меня почему-то это поразило. Вот как-то я не ожидала, что с такими людьми, как Оля Романова, может такое случиться. Но в этом, на самом деле, мне кажется, вот наша проблема. Это был первый раз, первый арест Алексея Козлова? Первый арест, конечно. То есть это был 2007 или 2008 по-моему, год. Вот. И дальше она исчезла, а дальше она начала свою вот эту деятельность. И она меня просто поразила. Вот сама идея того, что нужно каким-то образом сопротивляться, нужно что-то делать не только для себя, но и для других. Я стала читать «Бутырку-блог» на Снобе, на Слоне.
Я просто стала следить за ее деятельностью. Ну и потом, конечно, когда я с ней познакомилась и попала на первое заседание «Руси сидящей» в тот же день, 26 февраля. Что ты там увидела? Я увидела людей, которые действительно поддерживают друг друга. Тетки, вполне себе приличные тетки, ибо их мужья сидят по 159-й статье, то есть... этих людей сажают. Мошенничество. Мошенничество, да. Часть четвертая в особо крупных, часть третья просто так. Да, да. И в основном это люди, у которых отбирают бизнес, обвиняя их в мошенничестве. То есть это женщины, которые привыкли жить достаточно хорошо. И вдруг в один прекрасный момент у них забирают мужа и забирают все. То есть наша система так построена, что мужа посадили, а дальше с жены... практически все отжимают, и она остается ни с чем. Скажи, пожалуйста, а сколь велик процент заказных дел через из тех, кто сидит по 159 статье? Ну, считается, что минимум треть, минимум 30% всего тюремного населения неправосудно осуждена в нашей стране. Я думаю, что 159 статья, там, конечно, этот процент должен быть еще выше. Но учитывая, что с этих ребят есть что взять? Да. И учитывая, что с них есть что взять, их сажают и от них отжимают бизнес. Вот и ты увидела этих жен. И? Ну, я захотела им как-то помочь, если это возможно. А чем можно помочь? Психологически. Вот они, пока они вместе, пока кто-то приходит в зал суда, они живут. Я просто себе представила, вот как это должно выглядеть, когда судья, прокурор, твой муж в клетке, ты здесь сидишь одна. Это, ну, мне кажется, что это еще ужаснее, чем сидеть в этой клетке. Скажи, пожалуйста, немножко о себе, нашим уважаемым слушателям, потому что я более-менее представляю историю твоей жизни, образование, бизнес и прочее. А слушатели не представляют, и что такое Ксения, в общем, не очень себе представляют. Может быть, ты какая-нибудь городская сумасшедшая или домохозяйка. Что по жизни делаешь? Я большую часть своей жизни прожила за границей. Я уехала за границу, когда мне было 19 лет, после второго курса. Второго курса филфака МГУ. Я вышла замуж за американского гражданина, проживавшего в Англии, и уехала в Англию. То есть поэтому ты Нораллала? Поэтому я Нораллала, да, это фамилия моего американского мужа. Я уехала, дальше я получила образование в Англии, я закончила Лондонскую школу экономики, а дальше я работала на бирже, биржевым маклером, сдавала экзамены на лондонской бирже, на членство биржи. И была, видимо, да. Я была, видимо, единственным в истории советским гражданином, членом лондонской биржи. В том виде, в котором она тогда существовала, это давно закончилось. Конечно, теперь места на бирже покупаются, а тогда нужно было сдать экзамены. За сдачу этих экзаменов платила фирма, где ты работал. Вот. И работала я на лондонской бирже, а потом я решила, что теперь я хочу пожить в Париже, я уехала в Париж. Свободный человек. Ну, английская гражданка, да, я тогда сколько там было, 9, наверное, на тот момент стран, потом 16 стран, Европейский Союз, общий рынок тогда это называлось. Я имела право жить и работать в любой из этих стран, и я свое это право использовала для того, чтобы переехать в Париж. Где я тоже сначала работала на бирже, а потом началась перестройка, демократия, гласность. Я ушла. До этого я закончила INSEAD. Это как бы наш европейский ответ Гарвардской школе бизнеса. Идея состояла в том, чтобы перестать быть биржевым маклером и стать инвестиционным банкиром. Что было тогда очень кстати. Да. Да, и я это исполнила. Но я хочу пояснить еще, что INSEAD, находящийся под Парижем, по-моему. Да, в городе Фонтенбло. Школа, да, это такая мечта.
всех молодых людей вот в настоящее даже время, потому что это круто, круто, круто. И тогда это было вполне круто. Круче этого только горы, горцы. Ну, круче этого только Гарвардская Гарвард, школа бизнеса. Вот на этой точке мы прервемся на минуточку, а потом вернемся и поговорим дальше. Добрый вечер еще раз. С вами Ирина Ясина, программа «Жажда жизни». Я вам напоминаю, что здесь со мной в студии Ксения Нарал, которая увлекательно рассказывает про то, гражданкой чего она была и где она жила, и какие институты замечательные она заканчивала, прежде чем соединилась обратно на родине с Русью сидящей, организацией, поддерживающей заключенных и их семьи, заключенных по бизнес-статьям. В основном, да. Вот, ну так мы остановились на том, что ты закончила НСИАД, который является мечтой многих-многих молодых людей. Вот закончила, ну давай быстро уже, и вернулась когда-то в Россию, почему? Я его закончила, и дальше у меня был свой бизнес, а дальше в какой-то момент, ну мне, грубо говоря, обрыдло жить за границей. Вот мне просто надоело. А вот такое бывает? Вот бывает. А почему так? Вот все же считают, что жизнь за границей – это просто кайф невероятный, что там все намазано медом, и текут молочные реки, и у них кисельные берега. Безусловно, жизнь была с материальной точки зрения вполне себе замечательная, но в какой-то момент тебе надоедает говорить с акцентом. Вот мне надоело говорить с акцентом. Я совершенно свободно говорю по-французски и по-английски. Но мне надоело отдавать себе отчет в том, что я говорю с акцентом. Вот так. По всей видимости, это некоторая фигура речи, потому что акцент, он же не только в языке. Наверное. В ощущениях, да. Он в образе жизни, да. Он в отношениях с людьми. Да. Мне захотелось вернуться туда, где я нахожусь в обществе мне подобных. Вот. И все говорят без акцента. Дружат без акцента. Да. И власть ругают без акцента. Да. Ну, понятно. Да. И в каком году это произошло? Это произошло в 2009 году. Ну, то есть времена уже были весьма определенные. Времена были. То есть, прямо, можно сказать, к Путину впасть. Вот туда я и вернулась. Без а ты осознавала, что ты делаешь? Ну, конечно, безусловно. То есть газеты читала? Безусловно. Первый канал «Планета» смотрела? Конечно, РТР «Планета» — это второй канал, а ОРТ тоже у них есть заграничное вещание. И параллельно очень RTVI. Впечатляюще. Очень впечатляюще, прекрасно, да-да-да. Но, с другой стороны, есть RTVI, это «Эхо Москвы» практически. На картинке тогда еще не было сетевизора. RTVI было очень популярно среди нас. Да, конечно. И я подумала, господи, ну что же это такое? Я уехала из какой-то жуткой страны, потом все поменялось, и появилась какая-то надежда. Почему же мы должны опять второй раз похоронить эту надежду? Может быть, это все-таки не так ужасно, как кажется. Не знаю. Мне казалось, что так жить нельзя. Мне казалось, что нужно ехать и что-то делать. Что-то. И что ты стала делать? Что-то. Что я стала делать? Интенсивно читать газеты, видимо. Была мной попытка сделана вступить в партию «Солидарность», но что-то у них там не получилось. То есть их не получилось тебя взять или что? Я не знаю. Я им написала, они меня пригласили на некую встречу с Каспаровым, Пьянковским и Давидисом в гостинице «Измайлова». Я сказала, вот очень хочу вступить. Они сказали, да-да-да, вам напишут. А почему-то мне никто не написал. Это как это, мне кажется, административно. Ты внешне, может, не подошла. Мне кажется, административно какая-то у них проблема. Пятый пункт. Смотрите на них. Сказала дама славянской внешности. Нас с тобой обвинят сейчас в сжигании межнациональной розни. Мы молчим. Но мне было суждено с этими людьми, конечно, познакомиться, и хоть я и не вступила в их партию, я с ними со всеми знакома, они все прекрасные люди, мне с ними интересно. Ну, тут разные есть точки зрения, поэтому мы не будем об этом подробнее. Ну, в общем, это случилось. Давай, рассказывай. И что еще, кроме как вступить в партию?
Кроме вступить в партию, ну, вот, видимо, какой-то критическая масса духовная в конечном итоге вылилась вот в эту материализацию. То есть если о чем-то все время думать, то оно материализуется. А вот что ты делаешь? Что значит психологически помогать людям, семьям тех ребят, которые сидят по 159 статье, или какая-то еще помощь? Я знаю, ты много мотаешься по России. Помощь какая может быть? Психологическая – это прежде всего походы в суды, чтобы человек не сидел один в зале суда. Это очень важно во время процессов. Дальше мы ездим по стране, мы ездим к тем зэкам, к которым не ездят их семьи. Потому что такие есть? Есть, безусловно. Многие уходят, многие жены уходят. Да. И человек сам себе сидит, один-одинёшенек. А существует же такой миф, что женщины такие все верные, они никогда не бросают. Это, к сожалению, миф. Бросают, безусловно, бросают. Это же страшная метка, это же социально неприемлемо. Идея о том, что могут быть неправосудно осужденные, она не распространена. Ну да, у нас же говорят, просто так не сажают. Да, нет дыма без огня. Нет дыма без огня. К сожалению, он есть. К сожалению, ты можешь быть успешным бизнесменом, и твой бизнес может кому-то просто приглянуться. И все. То, что случилось с Лешей Козловым, безусловно. То, что случается просто с очень-очень-очень многими людьми, которых я знаю лично, которые потом выходят и рассказывают свои истории, а пока они сидят, жены их рассказывают истории. Это очень распространено в нашей стране. И вот там... куда ты ездил в последнее время к тем зэкам, которых бросили жены? Вот только что освободился один человек, который сидел в Великих Луках. Вот его бросила жена. Он сидел, да, по 159-й. Часть четвертая там связана с медициной, с какой-то клиникой, которую у него хотели отобрать. Ну, отобрали, безусловно. Во Владимирскую область мы ездим много. Там тоже сидят люди, которым не ездят жены. Таких людей много. А женщины сидят в тюрьмах? О, по этой статье. А что делают мужчины? Мужчины обычно уходят. Их мужчины уходят. У нас есть вот один супермуж, которого жена почти 3 года отсидела в СИЗО. Потом статья, по которой она сидела, была декриминализована, и их отпустили. А так ей светило 15 или 18 лет. Вот он все эти 3 года стоял просто... Нормально, да? Вот 15 лет, а потом сразу декриминализация. Да. То есть не то, чтобы немножко скостить. Нет, просто эта статья перестала существовать. Быть статьей. Да. Отлично. Это контрабанда? Да, это контрабанда. Угу. Она была главным бухгалтером в компании. Это Инна Бажибина. Да, это Инна Бажибина. Ну, вот это вот просто Советский Союз, когда главный бухгалтер, он крайний. Ну, расскажи про эту историю, это замечательно. Еще и тем, что там хороший конец. Да, там волшебный совершенно конец. Значит, хозяин компании и босс Инны Бажибиной... Олег Рощин. Олег Рощин, да, ему светило натурально 22 года. За контрабанду якобы. Ну, у него был успешный бизнес логистический. Он возил всякого рода товары, и, значит, кому-то этот бизнес глянулся. Взяли его и взяли Инну как главного бухгалтера. Они же были из какого-то подмосковного города. Дмитрова, по-моему. И бизнес у них был невеликий. Бизнес был невеликий. Ну, в общем, в маленьком городе, видимо, кому-то он понадобился. Ну, так, чтобы 22 года, это круто. Вот ему 22 года светило натурально. У нас убийц настолько не осуждают. 15 дают, да, по 105. Нет, вот почему-то так вот 22 года. Видимо, это зависит от отношений заказывающего и заказываемого. И слушай, какие хорошие термины новые возникают. Да, ну хорошо, Инна Бажибина, 15 лет. А что муж? А вот муж, вот он стоял, муж и сын, он стоял
насмерть там, и защищал ее, и болел за нее. И единственное, что она нашла ему сказать негативного, когда она вернулась через 2 или 3 года, сказала, что это такое, тут, по-моему, 2 или 3 года не стирали шторы. О, как! Вот все остальное он делал, а вот шторы он забыл постирать. Какой поросенок. Модное ныне слово, введенное этим президентом Путиным. Поросенок. Поросенок не стирал шторы. Поросенок, да. А история Рощиных... обычно все-таки по-другому бывает. Обычно, да, обычно бывает по-другому. История Рощиных, она тем прекрасна, что в тот день, когда Олег Рощин освободился, видимо, в тот же самый день, в ту же самую ночь, они зачали своего 4-го ребенка, ибо рожден он был ровно через 9 месяцев после того, как Олег освободился. Какая прелесть. Вот такая чудесная история. Да, ну, в основном, конечно, дядьки исчезают из поля зрения. То есть рождественские сказки на истории Божибиных заканчиваются. Да, к сожалению. Ну, у нас еще есть пол мужа, в том смысле, что жена, к счастью, еще не села. Их имена мы не будем озвучивать, но есть у нас такой еще один человек, который стоит и защищает свою жену уже чуть ли не с 2007 года. Пока что ему это удается. А больше мужей у нас, к сожалению, нет. Дальше у нас идут жены. Ну, хорошо. Жены все-таки верны в основном, все-таки ждут. Ну, те, которые у нас, конечно. Но, к сожалению, надо сказать, что у нас появляются жены. Раз пришла, два пришла, потом исчезла. Тут, может быть, два варианта. Либо она бросила, либо, я даже не знаю, что хуже, либо она пытается что-то порешать. То есть дать денег. Да. И если она пытается что-то порешать, мы можем быть 100% уверены, что она явится обратно вся в слезах. Потому что по нынешним временам деньги уже ничего не решают. То есть деньги возьмут, но ничего не сделают. А что решает, Ксюша? Уже ничего не решает. Наше общество, как мне кажется, уже деградировало до такой степени, что ложь, обман... Предательство – это common place, то, что называется. Общее место. Общее место. Это просто каждодневное. Но, тем не менее, есть же вот такие, как ты, которые не лгут, не обманывают, ходят, помогают, ездят на суды. По всей видимости, за свой счет летаешь по этим. Ну, конечно. Ездишь по судам. А скажи, пожалуйста, а чем ты зарабатываешь на жизнь-то? У меня до сих пор есть моя компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, которая обеспечивает... То есть знания, полученные в Инсиаде, пригодились тебе на русской почве? Да, конечно, конечно. То есть ты, можно сказать, бизнес-леди? Ну, у меня, да, компания... Последний раз я зарплату у дяди получала в ноябре 89-го года. Ну, очень давно. Ну, очень давно. Ну, очень давно. У меня за это время дочь выросла большой. Вот, у меня тоже вырос сын. Скажи мне, пожалуйста, а вот эти вот женщины, которые ходят на Русь сидящую, что они находят там, кроме взаимопомощи, кроме плеча? А вы помогаете детям их, вы помогаете им самим материально. Что вы еще делаете? Мы пытаемся найти адвокатов, что очень важно. Хотя... А это не просто? Это не просто, это совсем не просто, потому что подавляющее большинство адвокатов, они то, что называется, решалы. То есть это люди, которые в основном работают не на своего клиента, а работают в сговоре и со следствием, и с судейским. Я говорю, это вот полная деградация общества. Для меня, человека, прожившего всю жизнь за границей, ну, адвокат – это как врач. А выясняется, что нет, адвокатам нельзя верить. Ну и суд тоже это что-то серьезное, серьезное. Да, да, а вот, да. Правда, вот интересная тема, она мне не приходила в голову, как человеку совершенно с российской ментальностью полностью. Я никогда не жила долго нигде, кроме России. А для меня суд – это в кавычках, а адвокат – это, в общем, вот такая вот особь, которая, может быть, борется за тебя, а может быть, борется за то, чтобы снять с себя побольше денег. А вот какое впечатление первое у тебя было, когда ты обнаружила, что это все вот такие слуги дьявола? Это шокирующее, конечно, понимание. Просто шокирующее, потому что я все-таки думала, что адвокаты вот в западном смысле этого слова –
И для меня было ужасным откровением, что это не так. Вот. То есть я могу понять про судей, потому что я понимаю систему, я понимаю, как их назначают, я понимаю, как на них можно давить и так далее. Я понимаю про прокуроров, я понимаю про следователей и полицию, но вот про адвокатов очень тяжело понять. Мне кажется, вот любому человеку, и западному, и незападному, любому, ну почему ты идешь в адвокаты, если ты не собираешься защищать своего клиента? Окей. Нанимаете адвокатов. Что еще? Ну, помогаем. Помогаем, как можем. Помогаем с детьми. Помогаем материально. Помогаем морально. Откуда деньги берете на материальную помощь? Мир не без добрых людей, тем не менее. Это предприниматели? Да. Конечно. Которые сами понимают, что с ними может произойти то же самое. Безусловно, безусловно. Подавляющее большинство денег, конечно, анонимные и даются на условиях анонимности, потому что страх, это удивительно, как он быстро вернулся в нашу страну. Но тема страха – это то, о чем я думаю, наверное, последние 2 месяца постоянно. Вот подчас мне кажется, что мы сами его генерируем, нас даже особо никто не пугает. Особо никто не пугает. Но человек предпочитает сдаться при первом появлении каких-то намеков на то, что это может быть страшно. Так? Да, но я думаю, что это генетическая память. Что мы так мало лет прожили без страха, что мы это даже не заметили и моментально забыли. Ну так это грустно. Очень. Как ты думаешь, можно ли его изжить? Конечно, можно. Мы не генетические уроды. Мы приезжаем за границу, мы прекрасно вписываемся в любую культуру. Наши дети становятся... Но вот, видимо, те женщины, которые приходят на Русь сидящую, они все-таки не очень боятся. Если бы они боялись, они бы сидели тихо. Ездят друг к другу по судам, это уже требует какой-то... Видимо, какие-то устраивают, там, не знаю, крики около судов, акции помощи. Безусловно, безусловно. Ну вот рассказывай про это, я тебя за язык тянул все время. Они забавно, вот... Помню, сидим мы в перерыве заседания суда по делу Лёши Козлова, второго дела, сидят две, обмениваются рецептами, что можно приготовить и отвезти мужу на зону. Какой-то лёд со вкусом мохито, безалкогольный, конечно. А вторая там еще какой-то спецсалат, который можно так упаковать, что он будет 2 недели свежий и так далее. Безусловно, вот эти поездки на зоны уже, на длительные свидания, целая система, целая школа знаний существует. Вот они друг другу. Ну, скажи. Что можно, что нельзя. Что можно пронести, что нельзя пронести. На разных зонах по-разному. Где-то запирают, где-то не запирают. И где-то люди приезжают, и оказывается, что они на общей кухне там еще с 10 тетками. Рядом же тут же и убийцы, и рецидивисты, и то, и все. И здесь вот эта вот интеллигентная дамочка из Москвы, у которой муж, значит, по 159-й статье сидит, и вот они должны там сосуществовать в течение 3 дней. Ну, это наш народ. Вот такой чудесный, чудесный, удивительный народ. Ну, а почему должны быть отдельно? Нет, безусловно, не должны быть... Вот я даже не знаю, как это должно выглядеть. Не знаю, как это должно выглядеть, вот эти длительные свидания... Да, разный народ, и разные люди по-разному реагируют, и есть, которые умудряются тут же подружиться и потом привозят всякие забавные истории. Есть, которые приезжают в полной депрессии, они к этой жизни не приспособлены. А у вас каких больше женщин? Простых, так называемых, или так называемых новых русских? Так что прям настоящих новых русских, мне кажется, у нас нет. Но в основном люди обеспеченные по определению, что там было, что забрать.
В основном люди обеспечены. Ну, те, которые бедствуют, тем, конечно, мы помогаем. Но материальная помощь, вот в нашем костяке не основная. Основная, конечно, психологическая помощь. То есть вот походы в суд, одевание красных платьев. Об этом мы с тобой поговорим после коротенькой рекламы. Добрый вечер еще раз. С вами Ирина Ясина, программа «Жажда жизни». У меня в гостях Ксения Нарал, волонтер, помогающий целой такой организации жен заключенных и мужей немногих заключенных. То есть мужей, немногих мужей заключенных жен. Вот. Который называется «Русь сидящая». Ксения рассказывает о том, что они, оказывается, для того, чтобы ездить на суды друг к другу, эти дамы, поддерживающие друг друга, одевают красное платье. Да, есть такая, такое мнение, что нужно хорошо выглядеть. А в чем мнение? Так оно и вот, есть. Да, нужно хорошо выглядеть. Нужно войти в этот зал в ярком платье, красном, например, причёсанный, накрашенный, красивый, чтобы, ну, во-первых, чтобы поддержать несчастную эту сидящую в клетке, а во-вторых, чтобы показать, видимо, суду и обвинению, что мы не в депрессии, мы не опустили руки, мы будем бороться. Скажи, пожалуйста, а твоя жизнь до Руси сидящей хоть каким-то образом с тюрьмой пересекалась? Категорически никогда, нет. Нет, и я думаю, что я тоже, наверное, думала, что нет дыма без огня. Я не могла себе представить размеров бедствия, конечно. Велики ли они? Они огромные, и, безусловно, об этом нужно говорить, потому что люди не отдают себе отчет в том, насколько велики размеры бедствия. Люди всегда думают... Ну, это тысячи, десятки тысяч. Ну, если у нас сидит около миллиона, если мы говорим, что где-то треть неправосудно осуждена, то это сотни тысяч, это 300 тысяч человек. По разным оценкам, вот вокруг этой цифры и крутится. Да, вокруг этой цифры мы и думаем. То есть, если это 300 тысяч человек неправосудно осужденных, это может быть все что угодно. Кроме того, что это рейдерский захват бизнеса по 159 статье, да. Но это же и убийство, когда есть труп, и надо с ним что-то делать. И его на кого-то вешают. Вот эти истории... А такие у вас тоже есть? Это душераздирающие истории. Наша, одна из наших лучших активисток, Тамара Андреевская, ее сын Вася, сидит, если мне память не изменяет, 11 лет за убийство. 11 лет за убийство, которого он, конечно, не совершал. Мальчику было 19 лет, сейчас ему уже 30. Убили маму его девушки. А он имел несчастье провести ночь в этой квартире, где жила его девушка со своей мамой и своей бабушкой. И он там ночевал. На следующую ночь маму эту убили. На следующую ночь. А как же тогда? А вот так. А еще у нас есть один товарищ. А в каком-то городе была? В городе Москве. Ух ты, боже мой. Да. А как же у нас сейчас судят человека за убийство трупа? Очень даже замечательно. Значит, его судят за убийство, совершенное 14 числа какого-то месяца, в то время как в морге выписано свидетельство о смерти 16 числом, и на памятнике на кладбище написано 16 число. А но 16 он никак не мог его убить, поэтому его судят за убийство этого человека 14 числа. Это вот сейчас. А Вася Андреевский, вот 11 лет тому назад, да, да. Их взяли несколько человек. То есть это, подожди, потому что не могут найти настоящего убийцу? Не могут, не хотят, не понимают, как. Видимо, профессионализм полностью потерян. То есть то, о чем мы знали в нашем детстве, там славный Аницкин. Московский. Да, уголовный розыск, товарищ Аницкин. Это все, это вместе с дядей... Знаменский да, еще был. Да, следствия ведутся на такие. Это все в нашем пионерском прошлом вместе с дядей Степой.
То есть вешают на невиновных людей даже убийства. Да, сколько угодно, сколько угодно. У нас таких есть много. Слушай, а как люди могут узнавать о таких случаях? А вот только придя к вам или откуда-то из блогов, прессы? Ну, журналисты, конечно, пытаются, конечно, освещают эти вещи, многие. И вот это очень важная работа. Придание гласности вот этим случаям – это очень важная работа. Люди должны, наше общество должно, наконец, понять, что да, у нас могут повесить труп на невинного человека, да, человека могут посадить, потому что глянулся его бизнес, да, и вот страшное... Это 282-я статья, это когда подбрасывают... 228-я статья, это когда подбрасывают наркотики. Раньше мы никогда не трогали дела по наркотикам, пока мы... Мы в смысле русидящие. Да. Пока мы не познакомились с рядом дел, где это... Расскажи. Прекрасная женщина по имени Елена Кузнецова из города Химки, водитель троллейбуса, которая... видела из окна своей кухни, как хватают ее сына, которому буквально на днях исполнилось 18 лет, она ему купил машину. И на основании чего он решил продать свой скутер за ненадобностью и договорился с кем-то об этой продаже. Пришел домой с работы на обед, позвонил этот мальчик и говорит, ну, давай, я принес тебе первую часть денег. И вот стоит эта Елена, готовит обед своему ребенку и смотрит, как он сейчас на четвертом этаже, сейчас он выйдет из подъезда, значит, получит какие-то деньги от этого мальчика и придет обратно. И вот она видит, как на него просто набрасываются, на этого ее 18-летнего сына, какие-то люди волокут его в машину. Она бросает все, бежит за ним, тоже берет свою машину и приезжает, его привозят в следственный комитет и вешают на него, и по дороге подбрасывают ему наркотики. И в конечном итоге он садится на 6 лет. Чудовищная история. Да, и она теперь активист, она сделала интересную вещь, неважно, там Facebook, телефон, современные технологии, ничего не надо. Она написала объявление, чуть ли не от руки, и развесила их на деревья в городе Химки. Дорогие товарищи, если у вас посадили родственников по 228 статье, обращайтесь. И к ней просто пошла народная... Серьезно? Да. Ух ты. Вот просто вот сниму квартиру, там, пропал даю уроки, собака, да. Да, даю уроки фортепиано. Приходите ко мне, если вас посадили по 228. И к ней вот пошли люди. Она водитель троллейбуса. Она стала просто доктором юридических наук. Вот, то есть все изучила? Да, она изучила абсолютно все. Она защищает других людей. Она как общественный защитник? Да, как общественный защитник. Она стала большим специалистом по этому делу. Поэтому мы теперь, да, мы признаем тот факт, что эти дела существуют, и мы занимаемся 228 ну, тоже. Ну да, видимо, а раньше не занимались, потому что не могли разобраться. Ну да. Это где очень... там правда, а где да, вымысел? Да, это такая... тонкая вещь, что раньше мы не хотели. Но последняя мода в нашей стране, она еще страшнее. Это педофилия. Но я только дело Макарова знаю. Да? Ну, теперь вот это... Ты расскажи его. Дело Макарова, когда человек, он государственный служащий, на самом деле, насколько я помню, ему позвонили из школы, где училась его девочка. Нет, она дома упала. Она дома упала. Со шведской стенки. Дома? Я думала, она упала дома, со шведской стенки. И они сами, испугавшись, что она ударила позвоночник, потащили повезли ее в травмпункт. Было это, по-моему, в больнице Святого Владимира, как-то так она называется, где у нее нашли в моче сперматозоиды мертвые. Да. Там было написано это в... заключение. Это была очень громкая история, ей уже, наверное, года два как, да. А то и больше. А он сидит? А он сидит, да. И адвокат, ну, там, видимо, был реальный адвокат, добился того, что ему с 13 лет, по-моему, до 5 скостили, и стало понятно, что никакая там не педофилия, хотя и написано было, что развратные действия. А да, просто они не знают, как выйти из этой ситуации. Да, но я лучше тебя знаю эту историю. А еще есть у вас такие? А еще... Педофилов-то защищаете, Падим? Педофил. Ты меня нам сегодня приходил, помнишь, стишок? Зоонекропедофил.
дохлых маленьких зверюшек он с собой приносил. Ужас какой. Нет. Это я, чтобы разрядить обстановку. А то мы уже напугали всех слушателей тем, что кругом сплошная чернуха, и посадить могут любого за что угодно, включая педофилию. Абсолютно. По отношению к собственному ребенку. Абсолютно. То есть вот в 2013 году в России сесть может абсолютно любой человек по самым безумным статьям, которые можно и нельзя себе представить. А у тебя нет желания от этого, от всего уехать обратно? В Англию, во Францию, куда ты там можешь? Я бываю в Англии, во Франции, и прекрасно себя там чувствую, но вот желания там остаться пока что у меня нет. Вот 4 года я здесь живу. Что-то тебя сюда-то тянет все вот, время. Ну, я считаю, бороться с доблестными органами нашими? Ну, нельзя так жить. Вошла во вкус? Да, нельзя так жить, надо что-то делать. Вот каждый на своем месте, вот хоть чуть-чуть, я приверженец теории малых дел, вот хоть чуть-чуть, можешь пойти раз в неделю на чей-то суд, пойди. Можешь, вот как Навальный говорит, распечатай листовку, рассуй по почтовым ящикам в своем подъезде. Ну, хоть что-то, ну, хоть что-то. Так жить нельзя. Это мое оценочное суждение. А твоя семья тебя поддерживает? В общем, да. В общем, да. Мой муж из Терпилы, в общем, превратился уже в такого... Терпила – это, извини, тот, который терпит и ничего тебе не говорит. Да, да. Да, вот он 22 апреля посетил гостиницу «Космос», где была презентация результатов независимого расследования болотного дела. То есть он себе вполне... А сын? Нет, сын совсем по-другому. То есть он аполитичен? Он аполитичен, да. Он духовен и аполитичен. Духовен в смысле? Он приверженец кришнаитской религии. Непротивление злу насилия. Ну, в общем, Харе Кришна 108 раз в день. Нет, 16 раз по 108 раз, да. То есть он занятый человек. Ну, то есть это очень далеко от меня совсем. А, Ксения, скажи, пожалуйста, а люди приходят к вам, вот не пострадавшие от этих всех ситуаций, а вот такие, как ты, которые узнают и хотят помочь? Или ты одна такая? Ну, вот такая прям совсем безумная, видимо, одна. Люди приносят, например, вещи. Угу. Вот детские вещи приносят, вот, может быть, кому-то передать, да, конечно, передать. Люди предлагают работать. Вот ко мне пришла недавно одна женщина, у нее просто беда случилась в жизни, вполне себе молодая дамочка, у нее умер муж, не знаю почему. Она говорит, вот я переосмысливаю свою жизнь, вот я хочу сделать что-то хорошее. Деньги мне не нужны, а мне хочется сделать что-то хорошее. Вот я ей дала какую-то работу. Какую? Это была не моя идея. Создать некий сайт, некую площадку, где, с одной стороны, мы могли бы говорить о том, что нам надо, а с другой стороны, люди могли бы давать ресурсы на это. Вот нам надо... То есть такой интернет-магазин? Некий доска объявлений. Да, да. Вот она сейчас сидит и разрабатывает эту концепцию, просто думает об этом. А где вы встречаетесь? А мы встречаемся в предприятиях общественного питания, из которых нас время от времени, конечно, выгоняют, потому что... А под каким предлогом? А под тем предлогом, что вдруг нашим доблестным органам становится понятно, кто сюда ходит, и они приходят, там ИСС приходит, пожарные приходят, менты приходят, и все приходят, и в конечном итоге хозяева говорят... И сколько мест вы уже сменили? Видимо, мы сейчас в четвертом месте с вами. За год или сколько вы существуете? Наверное, дольше. Года полтора, года наверное. Полтора, наверное, да. Да. Потому что, по-моему, «Русь сидящая» создавалась, когда Лёша только должен был, Козлов, первый раз выйти на свободу. Видимо. Есть... Вот я знаю все, начиная с 26 февраля 2012 года. А, я знаю до года. Этого. Конечно. Потому что в свое время мы сели с Романовой у меня на даче, и она как раз вот была в процессе борьбы за первое освобождение Алексея. И тогда, собственно, придумалось
Мне кажется, что это я придумала, хотя могу уже и забыть. Нет, название вот «Русь сидящая». Миф говорит, что это ты придумала. Да-да. Ну, значит, я. Потому что я тоже это, кажется, помню. Вот, то есть это, ну, скоро 2 года будет уже. А как много людей ходит? О, на хорошем заседании у нас до 100 человек бывает. В основном женщины? Да. В основном женщины. Как часто вы собираетесь? Мы стараемся собираться раз в неделю. Мы не собираемся только в том случае, если нас нет в городе. Так раз в неделю по средам. Скажи, пожалуйста, а что обсуждаете раз в неделю? Это же очень часто. Мы обсуждаем случаи, то есть наши координаторы приводят новых каких-то клиентов, рассказывают, что случилось, думают, как помочь, что предложить. В данном случае то ли нам нужно искать адвоката, то ли нам нужно ходить на суд. Может быть, человек просто хочет поговорить. А иногда нужна действительно психологическая помощь. Мы даем психолога. А есть такие? Есть, да. У нас есть люди, которые... У меня, сами... кстати, тоже есть знакомые психологи, которые наверняка были бы очень заинтересованы в такой вот общественной работе. Они даже спрашивали меня, не нужна ли кому-либо психологическая помощь. Порой я нужна. Тогда буду их к тебе отправлять. Да, обязательно. Вот у нас есть одна чудесная совершенно дама, ну, видимо, матриарх. Я думаю, ей хорошо за 70, потому что ее сыну, который сидит, ему за 50. Такая Лена Тимофеевна Щукина, заслуженный учитель Российской Федерации и вдова замминистра космической отрасли, изобретателя ракеты «Тополь-М». Щукина. Ух ты! Да. Это вот, который возят каждый раз на 9 мая с упорством, достойным лучшего применения. Да, уж это да. Вот ее муж в свое время изобрел эту вещь, ну, он умер какой-то... Вещь, день, хорошо, да, ты назвала эту чудную штучку. Чудную штучку, да. И вот его сын, вполне себе успешный бизнесмен, пал жертвой рейдерского захвата, все как положено. И вот Лена Тимофеевна, она нам говорит, что если бы не вы, я бы, конечно, уже не жила. Просто у нее не было ни сил, ни желания жить. Ну там, вот прекрасная история. Значит, сын ее, до того, как его посадили, развелся. И сын ее ходил в какой-то магазин достаточно часто. А там, в этом магазине, была прекрасная девушка по имени Света. Продавец? Да. Которая... Или это был обменник, она в нем работала, вот что-то в этом духе, которая просто влюбилась в этого господина Щукина, а он ее ровно в 2 раза старше, если не больше. В общем, дело кончилось тем, что его посадили, а Светик наш прекрасный поехал к нему в лагерь и вышла за него там замуж. То вот где надо мужиков-то искать. Да, вот. И была свадьба, и теперь она к нему ездит, и теперь она очень активный член «Руси сидящей». И Елена, как ее? Лиана Тимофеевна. Да. Теперь, может, еще и бабушкой станет. Ну, она очень надеется, и мы тоже. Но уже в «Руси сидящей» будут дети. Да, дети. Ну, вот, во-первых, наш главный ребенок тот, который родился ровно через 9 месяцев после того, как Олег Рощин освободился, а теперь, да, вполне себе. Возможный вариант. А есть надежда на то, что перестанет прирастать поголовье жен заключенных по бизнес-статьям? При существующем режиме оно может только расти. Безусловно, это прекратится только тогда. Это что, из-за всесилия людей в погонах? Конечно. Это система, которая выстроена... система, в которой люди в погонах чувствуют свою... полную безнаказанность. Скажи, вот а правда, что дело Ходорковского дало отмашку? Просто на каждый регион свои маленькие Ходорковские, свои маленькие заказчики Ходорковских. Я думаю, что да. Действительно, если можно было такого человека посадить, то чего же не посадить нашего? Он, кстати, тоже по 159-й? Конечно. Но там еще 174. Четвертое, да. Что есть легализация? Это тоже, видимо, частые гости ваши. Обязательно. Да. И Леша Козлов тоже.
Скажи, пожалуйста, ну все-таки без революции хочется обойтись. Как можно приструнить эту массу заказных дел? Я думаю, что все. Я думаю, в этом смысле я пессимист. Я думаю, что уже без революции нам не обойтись. Я думаю, что это... Ну ведь революция – это всегда русский бунт, бессмысленный, да, беспощадный. Да, да. Ну да. Хорошо, ты замечательно свалишь к себе в Англию. Да. А нам-то что тут делать? Я поэтому очень боюсь людей с иным гражданством, которые говорят о революции. Я не хочу ее. Я просто боюсь, что уже по-другому не получится. Я просто боюсь, что дело кончится тем, что деньги кончатся. И... Деньги от нефти, ты имеешь в виду? Да, да. Вот они же кончаются, рецессия начинается. Надо же слушать, что они уже говорят. И то, что они уже говорят, это уже страшно. И в какой-то момент люди, вот огромный вот этот путинский электорат, они получат квитанцию на оплату квартплаты. Одновременно у них сидит зять. Или не сидит. А вот просто они получат квитанцию по ЖКХ, которая составит 50% от их месячного дохода. И они выйдут на улицу. Слушай, ну такое было в Латвии после начала реформ, когда получали такие квитанции? Видимо, у них была какая-то надежда. Видимо, у них не было... Но у них была еще идея борьбы за национальную независимость, да. Поэтому они готовы были терпеть, главное, чтобы без русских. И они не просидели 13 лет под таким режимом, под которым мы сидим 13 лет. Мне кажется, что вот они выйдут. Это как монетизация льгот. Слушай, а вот эти вот мужики, бизнесмены, которые сидят, ведь они же начнут освобождаться, они же злые должны быть. Да, они садятся бизнесменами, выходят политиками, это очевидно совершенно. И, видимо, среди них много ярких людей. Конечно, конечно, потому что для того, чтобы иметь свою компанию успешную, нужно быть достаточно ярким человеком. Это не дано всем, это дано... Что говорят, что сам на себя работать, это 3% населения, остальные работают на дядю. То есть это, да, это вот эти 3% населения, которые работают. И могут организовать других. И могут организовать других, безусловно. И безусловно. Когда они начнут массово выходить? Я уже с надеждой спрашиваю. Прошу обратить внимание. Бог знает. Я уже поняла, что они классные женихи в некотором количестве. Но они еще и потенциальные политики. Ох, какой жалко, у нас есть самое только нельзя главное. Избирать. Нельзя избирать, потому что они же приняли в нашей власти закон, по которому специальный закон, для Навального. Да, для Навального. Да, да. Ну, это не страшно. Это не страшно. То есть они займут много других должностей. Надеемся мы. Надеемся мы, да. То есть они, я надеюсь, поддержат тех, кто придет в Думу и аннулирует это. Кто-то сказал на днях, что первые полтора года новой Думы будут абсолютным медовым месяцем, потому что каждый отменять принятые ранее законы. Будут, да, отменять вот один закон, и хватит года на полтора. Ну, понятно. Веселуха такая будет. Да. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Не доведется ни мне, ни тебе, как говорится, как слова народные, хотя да, и не Красова. Слова народные, да. Не знаю, я верю. Я все-таки верю в какую-то. Последний вопрос. Ксюш, скажи, ты вот в заседании Руси сидящей выходишь в каком настроении? Привычка свыше нам дана, замену счастью дана. Замена счастью, она, сказал классик. Конечно, человек привыкает ко всему, включая и вот. Это вот. Но иногда бывают случаи, когда такие вопиющие истории рассказывают, что уходишь в депрессии. Ну, я себе говорю, что нет, надо бороться. Вот ощущение солидарности, оно наверняка все-таки вселяет силы какие-то. Конечно, безусловно, безусловно. Безусловно, ты окружен прекрасными людьми. Прекрасными людьми. Они светлые люди. Они светлые люди, которые помогают друг другу, которые верят.
Светлое будущее. Вот так вот. Оказывается, что даже оказавшись в такой ситуации, в какой оказываются жены незаслуженно осужденных людей, можно оставаться светлыми, готовыми к взаимодействию, взаимопомощи, одевать красное платье, замечательно идти с гордо поднятой головой на то, что у нас называется судом. Всего вам доброго.